Друзья, хочу посоветовать вам канал Артура Крачкова. У него 62 тысячи подписчиков, более 6 миллионов просмотров. Артур снимает видеоуроки тренировок дома и в зале, составляет индивидуальные программы тренировок, питания, поможет набрать массу и похудеть. Все это на его канале. Переходи по ссылке и изучай. Всем привет, друзья! Сегодня мы проведем зарубы между Андрюхой и Даньком. Вы давно просили. И я думаю, мы сделаем такую зарубу, типа они попробуют взять мастера спорта, взрослого мастера спорта, есть еще юношеские, они 100% его возьмут, это вообще изи, но мы попробуем взрослого взять, либо КМС, либо мастера спорта, посмотрим, кто больше повторений сделает на турничке и также на брусьях. Полетели. Ребят, в соревновательной форме там очень строгая техника, то есть руки должны опускаться до конца, также должно быть до подбородка, то есть не вот так залетаете, да, не вот так перекладина, она должна прям вот так заходить за подбородок. Также вы должны не раскачиваться, то есть не делать никакой инерции, не подкидывать ноги и так далее. Давайте посмотрим, чего, ребят, получится. Раз, два, три. Макс, первый. Я Андрей, мне 15 лет, вес 58, где-то примерно килограмм. Рост 174 сантиметра, может больше, может меньше, не знаю точно. И занимаюсь, ну, уже третий год пошел. Мой рост 180 сантиметров, мой вес 71 килограмм. Занимаюсь в районе 4 лет. Все. Два, три, четыре, пять, шесть. Смотрите, он до конца делает. Семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13. Давай! Еще один! Мастера спорта бери! Последний, давай! Давай! Блин, не вытянет. Все. Друзья, такая тема, что у нас вот эти два колеса в общей сумме мы взвешивали, весят 25 килограмм. Андрюхе нужно было на мастера спорта сделать 14 раз, он сделал 13, почти вот столько не хватило, да, до 14. Вот, я думаю, с 24 килограммами он бы сделал мастера спорта. Как вы считаете, напишите в комментариях. В таком возрасте мастера спорта брать, это просто вообще достижение, пацаны. Раз, два. Выше. 5, 6, 7, 8, 9, Короче, Дане нужно было взять 17 повторений на мастера спорта. Он сделал. Естественно, там не совсем вот прям вот такие были, знаете, должны на соревнованиях прям вот закидывать подбородок. Данек совсем так, ну, не до конца закидывал. Почему до конца? Я бы сказал. Но 17 повторений, учитывая, что тут 25 килограмм, а не 24, то поздравляю, красава. Ну что, мы пришли теперь на брусья, они будут на брусьях делать, и посмотрим здесь, они возьмут мастера спорта или нет. Сейчас немножко отдохнут, чтобы силы восстановить. И будут делать. Это считается? Нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Двадцать шесть, двадцать семь,
Все? Андрюхе нужно было сделать 27 повторений на мастера спорта на брусьях. Он их сделал. Красавчик, блин. Мастер спорта и на турнике, и на брусьях просто машина. И я хочу напомнить, что это взрослый разряд. Это не юношеский, это взрослый, блин. 2, 3. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Не отдыхай. 17, 18, 19, 20, 21. Когда отдыхаешь, запускаешься. 22, 23, 24. Давай, давай, давай. 25, 26. Давай еще 3 хотя бы. 28 рывок был. Даньку нужно было сделать 26 повторений на КМС, он сделал 27, он взял КМС, а Андрюха взял мастера спорта. Но все равно красавчики, это все-таки взрослая категория, поэтому просто респектос. У нас такая тема, что Данек мастер спорта в подтягиваниях, взрослая категория, и КМС у него в отжиманиях на брусьях. У Андрюхи и там мастер спорта, блин, машина вообще 58 килограмм, блин, 15 лет уже мастер спорта, вообще, это очень круто. Напишите в комментариях, что пацаны красавчики, обязательно подписывайтесь на их каналы. Увидимся в следующем выпуске. Пока!